Теперь одно ребро, одна ладонь. Рука, которая ближе к голове ребром, да, другая ладонь. Палец большой отставляем в ладони и подкатываем валик туда. Быстрее, это все-таки идет растирание, должен быть слышен шорох. Шорох рукавиц. Теперь та рука, которая ближе к голове, полностью предплечье ходит. Да, начиная с шеи. Вот, захватываем, да, трапециевидную мышцу плотно. И в противофазе другая рука параллельно тоже ходит ладонью. Ладонью, та рука ладонью. Рука, которая ближе к голове, всем локтем. Давай теперь доходи этой рукой. Этим приемом растирания доходи до ягодиц. Быстро-быстро, энергично захватывая большие ткани. Вот. У меня там есть. Красота пошла. Большие ткани. Красота пошла. У меня только маленькие. Ну, чем больше захватит, тем лучше. Ты у нас миниатюрная. Следующий прием вибрации – сотрясание осины. Помните, как мы ее трясли? Не одной рукой вдоль пары вертебральных мышц. Да-да-да-да, вот такой тремор пальцами. Прикольно. Во. Прикольно, да? Во, понравилось? А сейчас я тебе покажу. Да, второй вид вибрации – качание. Вспомнили? Делаем. Да, давим на палец и подбиваем остистые отростки в бок. Ага, чтобы ствол не качался, нужно его ногой поддерживать. До верха доходи, до сколько можешь. До туда, докуда можешь. Да, там, где закончили, там мы захватываем лопатку. Вот-вот, давай всю лапу леопарда. Всю променяй, проминай, делай шестеренку. Есть мясо у нее, да? Вот, захватываем лопатку и приподнимаем ее. Раза, два, три. Вот, вот, хорошо лопатка ходит. Ага. Повыше еще приподними. За акромиальный отросток. Да. Да, 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 да. О, молодец. И она как бы вытекает, лопатка плюхается на стол. Открываем ключи шлюзов, а потом запускаем. Открываем сами шлюзы потом и отпускаем воду. Только вдоль позвоночника.